субботу улица Парковая будет перекрыта для автотранспорта. Схема движения меняется в связи с празднованием проводов зимы. Движение машин будет ограничено с 11 утра до 5 вечера от городского рынка до перекрестка улиц Парковая-Свердлова. Городской оперете подвели итоги конкурса фотографий. Свои снимки на тему «Театр в жизни каждого» представили около 20 человек. Голосование проходило в социальной сети ВКонтакте. Победителем стала фотография со спектакля молодежного театра-мюзикла под названием «Мулен Руж». Она набрала 95 голосов. Кроме того, администрация театра присудила отдельные призы за самую трогательную фотографию и ретро-снимки. Наиболее яркие работы конкурса стали частью выставки, которая открылась во Дворце культуры.